Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Распаковочка Упаковочки. И сегодня мы поговорим про посылочку с сайта Озон. Да, она уже открыта, но, честно говоря, я не смотрела, что там. Прямо, знаете, как если что-то мельком видела, то старалась прямо закрыть глазки, чтобы вместе с вами именно сейчас посмотреть, что же там. Да, у меня была уважительная причина, чтобы открыть эту посылочку, и сейчас вы увидите, какая. Итак, вот. Наша посылочка, как вы видите, все в пакетиках. Я даже вот эти вот вещи не смотрела. Увидела только, что вот пришла вот эта вот помадка или помада. Я не вижу, по-моему, помадка написана. Вот, видела только, что упаковочка от крема для ног пришла. Ну, я надеюсь, вместе с кремом. Вот, и все. И все, что я сделала, это вытащила вот эти вот леденцы с солодкой, с чем там, я уже не помню, с имбирем. Вот, просто потому что Стас болел, и мне нужно было его подлечить. Вот. Поэтому так бы я, конечно же, без вас ничего бы не открыла. Ну что, раз уж я начала с данной коробочки и про нее рассказала, то начну с самих этих таблеточек. Я даже не знаю, как толком их назвать, я все время теряюсь, когда хочу рассказать об этих постилках или леденцах, или чем-то таком, короче, что вроде как и не является таблетками, там, лекарствами какими-то, но все-таки с какой-то стороны можно на них и так смотреть. Вот. Но мне лучше, наверное, говорить, что это леденцы, потому что слово таблетки я вообще не люблю. Вот от слова совсем. Не знаю, как вы, конечно, но вот я вот прям не могу. Так что это наши леденцы такие вот от кашля, от всего, короче, вот эта вот носоглотка, которую закладывает, вот я думаю, что все-таки они для этого предназначены, чтобы пробить этот путь мягким таким путем. Что-то масло масляное получилось. В общем, чтобы все было чисто, красиво, и наш нос дышал, и горло глотало. В общем, чтобы все функции организма и органов. Опять масло масляное. В общем, выполнялись в том назначении, в котором они и должны быть. В общем, смотрите, у нас натуральные компоненты. Эвкалипт, солодка, куркума, базилик, корица, ментол, мята, мед. В данном случае постилки были на сайте Озон не только в таком составе, но и в разных других составах. И немножко они менялись. Я специально посмотрела остальные коробочки, там желтые, я не помню, или оранжевые еще были. В общем, какие-то там были, и у них незначительно менялся состав. Так что мята, мед практически в любом таком продукте вы можете найти. Может быть, даже ментол тоже. А вот куркума, базилик, наверное, в другой пачечке заменялись еще чем-то, потому что там именно вот на таких дополнительных растениях делался акцент, что они менялись. Вот. А все, что основное, оно так и оставалось в составе. Что могу сказать по применению данного средства, это то, что я тоже все-таки попробовала. Купила Станислава, но попробовала тоже, потому что у меня что-то начало закладывать. Вот. Я даже не помню, чего. То ли я откашливаться стала, то ли нос что-то. Ну, короче, просто хотела попробовать. Вот, попробовала я один леденец, и что могу сказать, сначала мне понравился, а потом думаю, почему через 5 минут после того, как я его уже рассосала, у меня получился эффект, что как будто першение в горле, ну, как будто усилилось, даже не першение само, а какие-то такие вот в горле появились некомфортные чувства, назовем их так. Вот. Но по истечению времени вообще от этого не осталось и следа, и я подумала, может быть, просто так работает это средство, поэтому, ребят, ну вот где-то на первый, второй, ну, может быть, на второй день, ну, короче, Стас стал чувствовать себя уже лучше и спокойно пошел на работу, то есть никаких проблем не было. Конечно, он не только это применял, но и то, что нам подарил брат Станислава Денис, я об этом рассказывала в ролике, может быть, просто еще не опубликовала, вот. Он прям подарил комплект нам такой хороший, спасибо ему большое еще раз. Вот, мы эти лекарства еще пили,
И, наверное, все. Я еще хотела сделать Стасу чай с имбирем, но просто не успела. Я говорю, давай я тебе сделаю. Он такой, потом, да, потом. Вот, и мы, короче, про него забыли, про этот имбирь. Он у меня, кстати, тоже где-то есть. Я что-то его не вижу пока что. Вроде где-то был куплен. А может, кстати, даже в этой посылке. Вот, ну, сейчас мы все это увидим вместе с вами, кстати. Знаете, у меня на канале было видео, которое было посвящено тоже моему лечению. Ну, в данном случае мы лечили Стаса, а в том случае лечили меня. Вот, и у меня были подобные постилки, но мне кажется, то ли это другая фирма была, то ли другой выпуск этого же препарата. Ну, короче, что-то другое было. Ну, почему-то вот это вот, знаете, слово «блиц», «блиц», «эвкалипт», плюс солодка. Мне почему-то вот именно слово это блиц бросилось в глаза, и я что-то прям вспомнила. Может быть, то лекарство также называлось, я не знаю. А вот да, что удивительно, здесь производитель Индия. Я еще говорю, Стас, ты представляешь, из Индии. Вот, сейчас покажу сами вот эти вот, как их назвать, опять теряюсь. В общем, леденцы наши такие, солодочные. Вот так вот они выглядят. Здесь тоже прописано название, срок годности. Тут даже не вижу, сколько, 3 года, что ли. Вот, да. И что-то по 2,5 грамма. Да, видимо, столько весят эти как раз наши леденцы. Ну, я вот переверну и покажу, как они выглядят. Наконец-то, да? Все сказали, ну, наконец-то она показала. А то у меня есть тут очень классный комментаторы на канале, которые любят мне что-нибудь такое сказать. Типа я или долго объясняю, или что-то не так делаю. Ребят, будьте поспокойнее, и, называется, мир вам улыбнется в ответ. Смотрите, они такие, прям, знаете, подушечки напоминают мне. Подушечки, они такие достаточно, они не маленькие, вот. Ну, как бы и по весу, можно сказать, да, и по виду их. Они не маленькие, такие толстенькие. И вы знаете, в принципе, ничего некомфортного нет. Но просто удивительно, я не рассасывала ничего подобного, я имею в виду по размеру. А так, в принципе, мне все понравилось. Я думала, если есть в составе солодка, то мне как-то будет не особо комфортно, потому что я ее с детства не особо люблю. Вот, но нет, вы знаете, очень даже хорошо. И говорят, солодка очень помогает в борьбе с вот такими вот, ну, симптомами кашля и все такое. И всего такого. Вот. Да, кстати, по поводу этих блистеров. И да, я сейчас взяла все-таки одну пососать, потому что наступили немножко прохладные времена, и нужно подкрепить свое здоровье. Раз уж мы все-таки купили это средство, наконец-то. Вот. По поводу этих блистеров. Второй блистер у Станислава и первый блистер у меня. Вот, чтобы вы не думали, что тут почему столько количества. Получается там по 8 штук и 2 блистера. Получается, что так, вот 16 штук. Вот в такой упаковочке у нас пришло, в таком пакетике пришла помадочка от фирмы Чоколатте. Вот так она выглядит. Посмотреть вот это вот оформление. Может быть, именно из-за него я так полюбила эту фирму, но я не помню, на старых версиях у них то же самое или нет. Я специально пока не фокусирую. Посмотрите, как они блестят. Это просто что-то замечательное. И так, знаете, ненавязчиво сделано. Вот. Наверное, все-таки они подкупили меня тем, что первое, что я заметила, это их оформление. И посмотрите, выбран такой нежный шрифт, и сама фирма написана как-то по-особенному. Я надеюсь, что и средство такое же прекрасное, как и та баночка, которая оформлена вот в таком стиле. Я очень надеюсь, реально, потому что я долго выбирала не только данную помадку, но и все остальное. Но честно, честно, я пока не ставлю прям
100 баллов на нее, что она именно так сработает, потому что все-таки она вроде и не дешевенькая, но и не такая дорогая. Поэтому посмотрим. Все может быть, ребята. Так что будем ждать результатов. Еще раз ее покажу. И тут написано дата изготовления. Вот смотрите, декабрь 2019. И где-то должно быть указано до какого числа. Я надеюсь, где-то там эта информация все-таки есть. И к нам пришел вот такой вот кремик Веном. У меня сразу вспоминается, я не знаю, как у вас, вот трек такой. Да-нам, 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 да-нам. Короче, трек Эминема мне вспоминается. Вот, и только там стоит, по-моему, О, а у нас А. Поэтому, в принципе, запомнить, как называется это средство, очень даже легко. Вы вспоминаете сразу клип Эминема, и все. И понеслась, как говорится. Так, ну почему он не фокусирует у меня ничего? Вопрос такой у меня к нему. Смотрите. Ой, Ленинградская область, посмотрите. Ой, ПГТ Кузьмоловский. Ой, я не знаю такой, Всеволожский район. Я сама с Ленинградской области, поэтому любое упоминание Ленинградской области для меня, как знаете, такое вот... Ну просто я не знаю, прям как будто меня кто-то обнял, вот знаете, вот как-то так, наверное, реакция у меня. Та-дам! И что мы видим? Веном! Веном, Веном, Веном! Новая версия трека. В общем, для уменьшения ощущения... Да что такое? Для уменьшения ощущения усталости и напряжения в ногах. Вообще, на самом деле, у меня не от этого... Вот, по-моему, вот это еще не показывала. Или мне уже кажется, что не показывала. Да, по-моему, не показывала. Немножко не от этого у меня пошли, короче, я не помню, как они называются, штуки такие, то ли стри, то ли еще какие-то, и меня прям, думаю, господи, откуда это вообще, откуда это? А вы знаете, я прочитала и поняла, что если кожа человека, неважно, ну вот женщина, неважно, она беременела она или не беременела, не вынашивала ребенка, вынашивала, неважно это. Важно только то, что если вы немножечко даже, а если даже немножко, то вообще, скорее всего, вас это точно застанет врасплох. Вот, если вы, как это сказать-то, набрали вес, вот просто набрали вес, то все. Некоторые ткани не выдерживают такого набора веса. Хотя какой, можно там сказать, набор веса, да? Ну, не 100 килограмм же вы набрали, да? Но все равно организм это считает, что для него это, ну, как нагрузка. Я так поняла, вот в таком варианте. Логика нашего организма как происходит. Вот. И я такая думаю, блин, как это вообще вылечить? И возможно ли? Не знаю, попробуем вот это вот средство. Тоже, конечно, не знаю. Видела я там средства побольше по цене, но пока не могу себе позволить. Может, через какое-то время. Вот оно реально помогает. А вот что насчет Венома вот этого? Ну, посмотрим. Может, хоть какой-то эффект даст. Вот. А насчет того, если у вас тоже стри, то вообще я слышала, лазером их удаляют. Но я не хочу лазером что-то себе удалять, реально, ребят. Ну, мало ли чего, лазер это тоже, знаете, такое средство. Ну, еще надо 200 раз подумать. Ребят, я решила заснять вторую часть, поэтому увидимся в следующем видео. Я надеюсь, вы не против посмотреть вторую часть. Я вас всех целую и жду во второй части.